только прибыли, я давай сразу жарить котлеты. Котлеты произвольной формы, без сухариков. Сухариков в доме нету. Котлеты закомандовал Максим, да, Максим? Да. Фарш магазинный. Мясорубки свой делать нету. В общем, у нас здесь полевые условия, да? Это еще не полевые. Полевые будут полевые, у меня. Полевые не полевые здесь. Полевые впереди. Да, здесь еще... Там можно хоть мангал ставить. Мы, кстати, его уже туда привезли. Да-да. Там можно костры жарить. А у меня так пересохли руки, что я сразу кинула жарить котлеты, потому что фарш жирный. Я решила фаршиком сделать питательную маску для рук. Теперь у меня ручки будут молодые и шелковые. Максим на меня смотрит странным взглядом. Эдик говорит, что мы сегодня молодцы. Постелили. Не постелили мы еще ничего. Они положили несколько плиток. Наклали. Наклали. 50% ванная, пола ванная уже мы сделали. А какой там 50? Да нету 50. Там же не то, что мы уже швы там заложены. Два под ванной же уже лежит. Там такое же количество. Там такое количество плиток еще уйдет. Под ванну еще вот столько же, 4 штучки половинки там. Угу. Там обрезки уже. Там как начнешь выкладывать под унитазиком. Да, там одни обрезочки будут. Угу. Одни кусочки. Кусочечки. Так, ладно. Конец связи, потому что котлеты начинают шкварчать, и сейчас шкварчать будет у вас в ушах тоже. Вуаля. Целая сковородка котлеток. Сейчас они чуть-чуть протушатся. Котлетки супер получаются. Фаршик очень-очень вкусный. В каком магазине брали? Мяско. Магазинчик Мяско. Очень там хорошие продавцы, очень хорошие покупатели. В общем, очень хорошее мясо, очень хорошие котлеты. Все, всем приятного аппетита. Сейчас буду наслаждаться котлетками с огурчиком, с беленьким хлебушком. Эдик спит, так я шепчу. А то он сейчас как рявкнет. Котлетки. Объедение. Сейчас включу ютубчик. Возьму котлетку, огурчик и получу удовольствие. Котлетка тепленькая. А говорят, горячие котлетки кушать не рекомендуется. Будет живот болеть. Или тошнить будет. Ну, в общем, что-то будет. Ой, котлетка. Балдежная.